роскошные листья лука декоративного. Сейчас они занимают лидирующее место в цветнике, но как только начнет формироваться цветонос, листья начнут терять свою привлекательность. Из таких красивых листьев они превратятся в пожухлые листочки, но дадут рост и яркое цветение декоративным шарам. Посмотрите, как они чудесно выглядят и днем, и ночью. Прошел дождь, и вот оно, солнышко, и как же все красиво умыто и красиво смотрится. Луки бывают разные, вот это тоже лук, а листья у него совсем-совсем другие. И тоже декоративный лук, высота соцветия где-то 1,5 метра, и само соцветие намного больше предыдущего лука.